когда на кабана идешь, какой патрон используешь? Исключительно дымный. А он что, сильнее бьет? А нет, просто пока дым рассеется, я успеваю на дерево слезть. Милая, ты будешь ждать меня из зоны? Конечно, ведь ты должен мне 7 штук. И записи в истории болезни. Больной не знал, что пока он ходит налево, его жена ходит на секцию карате. Марлена, посоветуй, что посмотреть. Посмотри, во что ты превратил мою жизнь. Надо быстро в магазин поехать пораньше, чтобы было мало народу, и быстро все купить и в очереди не стоять. Подумал весь город. А что это ты вчера был такой пьяный? Да, не закусывал. Что, деньги кончились? Да нет, зубы выбили. В этом году я решил приколоться и сделать на балконе гирлянду 2024, чтобы запутать дубль пьяных сограждан. Ты чего такая мрачная с утра? Да, сон гадкий приснился. Расскажи. Пришли ко мне Брюс Уиллис и Брэд Питт и стали из-за меня драться с моим мужем. Так это же, наверное, мечта, а не сон. Да, муж их побил, козёл. Полковник читает лекцию студентам танкового училища. Для танка существует только 3 вида препятствий. Это выдолбы, надолбы и вы, турбодятлы. Говорят, морковь хороша для глаз. Но уважающий себя снеговик скажет вам, что морковь хороша для носа, а для глаз хорош уголь. Милиционер спрашивает потерпевшего: вы можете описать нападавшего? Потерпевший говорит: конечно, как поймаем, сразу описаю. Ну как сессия? Мат-анализ почти на 5 сдал, 3 баллов не хватило. Подписываемся, кликаем на колокольчик.